Ну вот, наше утро. Проснулись, немножко кофе попили, позавтракали. Ой, пошли немножко прогуляться. Сейчас ребятишки проснутся и поедем в Манжерок. Всех приветствую на канале «Все сами своими руками». Я Наталья. Привет вам с Алтая. Полюбуйтесь на бирюзовую Катунь. Че, он уже искупался? Бирюзовая Катунь. Горная река чистейшая. И как вы тут? Все у вас хорошо? В Катуне вы еще не плавали, да? Какая красота. Люди рыбку ловят. Огибают. Это интересно, то ли остров, то ли полуостров. Вот это посередине. Речка с двух сторон огибает. Какие огромные валуны. Обалденные. А это водоросли, когда-то окаменелые, что ли, по крайней мере, или нет. А это нет, кто-то что-то накапал. А нет, вот они, окаменелости, видите, окаменелости. Сланец. Что, вы все уже накупались, нагулялись? Ой, как на солнышке красиво камушки блестят. Какие огромные валуны. Нам бы один такой валунчик. Деревеньку. Для наших ракариев. Хотим съездить сейчас на Манжерок. Покататься на этих, на, как они называются, наверх-то поднимаются. Как эти поднимаются тележки наверх, я забыла. А? А, фуникулеры. Вот такая красота у нас здесь. Добрая. Все интересно. Вон, видите, какие домики есть. Шикарнючие. Вообще. Воздух чистейший. Хоть ложкой пей и ешь. Это все такой же домик. Ну, кстати, в них зима. Это зимой можно. Они теплые. Домики эти, панорамные окна, кондиционеры там стоят. Летом не жарко. Сколько стоит, правда, не знаю. Качельки вчера качались на них. О, ребятишки наши просыпаются уже. У нас тут все заминировано, коровки ходили. Ай. Доброе утро. К нам пришли друзья. Вот этого сегодня товарища мы кормили. Мы сегодня кормили, а вот та вот чебурашка смешная. А сегодня вышла из леса, вся в колючках, смешной до смерти. Это, видать, какие-то местные собачушки бегают. Вчера бегала здесь лабрадориха. Такая потешная. А сегодня вот у нас товарищи. Вот Сэм завел себе друзей. Мы уже почти собрались. Ребятишки сейчас доедают. И поедем.
Не надо нам колеса описывать. Не надо колеса описывать. А, я не могу над ними. Товарищи, видишь, у нее тут товарищи. Этот барабашка смешной. Маленечко сушим с ночи. Сейчас все подсохнет. Еще буквально несколько минут. А? Мусорка, мусорка вон там, вон. Ну. Вот такие вот у нас тут товарищи. Ну правильно, конечно же, господи. Конечно же. Он, видите, строится дома здесь. Расстраивается. Вообще здесь, конечно, все хорошо. И туалет. И есть даже теплый душ. Есть раковина. Питьевая вода. Вот такие вот палаточки. Мангалы. В общем, все для людей. Травка здесь хорошая такая. Утром, правда, просыпаешься, коровки ходят. Там вот отложили нам сюрпризы. Качелька. Ой, надо, кстати, нам не забыть эту решетку. Качелька. На этой качельке мы сегодня полночи проболтали с дочкой. Качались, сидели. Была лунная прекрасная ночь. Товарищ, товарищ. А этот деловой вообще. Мы тебя еще не кормили. О, спрятался. Такой смешной криволапик. Лоскуша такой. Че ты его руками трогаешь? Товарищ твой, да? Знакомься. Пес Барбос. Ехали мимо. Ай, Сэмка, чуть меня не это. Ехали мимо, не вытерпели. Решили выйти полюбоваться красотой такой немножечко. Прогуляться по берегу. Это все та же Катунь. Шикарный берег. Я так думаю, что вот это пойма реки. Ну это как просто, как закончить. Да. Красота. Сынку еле из машины вытащили. Да, конечно. О, какие валуны классные. Ох, какая коряжечка. Суперская коряжечка. Валуны, валуны, валуны. Крупные все, огромные какие. Обалдеть. Решила себя снять. Не знаю, не вижу, что снимаю. Но что-то снимаю. Дети вон наши веселятся. Пытаются, наверное, вплавь пойти. Вот. Сегодня 26 градусов тепло. Так вообще прям здорово. Ну что, как водичка? Здесь нормально, там холодно. Вон, люди сплавляются. Привет! Класс! На катамаранчике. Или это лодка? Лодка? Вот такие пороги. Набрала камней. Потом отсниму. Дети тоже занимаются сбором камней. Я говорю, господи, мне бы сюда машину подогнать, я бы все домой перетаскала. Надо мной муж смеется. Что, может, обратно пойдем? У нас еще место много будет. Поехали-те.